Итак, ребята, хочется закончить уже с этим, с корпусом, и начать делать пушку, туда гусеницы, что вот прям не выдержал я, пришел, опять включил компьютер и говорю ему, давай сделаем. Вот эти скосы, на этом закончим здесь. G. По Y. Так, и S по Z. Сделаем тоненькую пластиночку. Вот так. Стоп, стоп, стоп. Ну, ну что? Shift. Не хочет. Так, так, давай вот так. Так. Ну, теперь мы ее сожмем. S по С по иксу. Вот так. Сожмем. Но этого недостаточно. Мы должны еще разрезать Ctrl-R и сюда вот подтянуть. Сделать такой вырез, как бы. Сейчас, ребята, вот это мы выберем. Вот это вот. И потянем ее с помощью Е сюда немножко, вот такой, да? А эту, нет, вот эту и вот эту часть наоборот потянем сюда Е. Ой, это не Е, это GX. Таким образом мы получили вот такой вот кос. Прекрасно. А далее у него есть еще две таких штуки. То есть берем сейчас просто plane, переворачиваем его R по Y 90 градусов. Так, вытаскиваем куда нам нужно. Давай, давай, давай. G. А я включил хоть? Да, запись идет. Так. G. И давайте уменьшать. Нет, это вот это уменьшать. Надо посмотреть сбоку, чтобы она соответствовала длине. Немножко плоховато видно. Ну ничего, сейчас. Без позыту. Я думаю, как раз вот такая штука должна быть. Так. Теперь мы ее, пока она выделена, ставим на место. Смотрим сверху. Семерочку. Так, 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 уже где-то вот так, вот, и вот эту точку, вот эту, мы опускаем вниз. Ну, до конца вот так чуть-чуть оставляем четырехугольник, синий как-то получше, да? Далее выделяем и говорим Е и тянем вот такую вот ребро, получаем, опускаем его. О, здравствуйте, у тебя Новый год. Открывая ворота. П. Нас выручает в этом случае Селимшин. Надо ему сказать, пусть перестанут этой ерундой заниматься. Кому надо тут? Может себе плагин такой сделать.
Флаг немножко дурной будет. Это так, вот сюда опускаем. Мне кажется, здесь она нету кое-чего. Подождите, ребята. Ясно, что мы что-то не то сделали. Я бы такой еще приплюснул чуть-чуть. С. Позад. Ты посмотри. Он как будто тут не прилепился. Как будто его тут и не было. Ну, такие баги нам, конечно, не нужны. Посему edit mode. Выделяем все безжалостно. Вот это выделили. Так. Это выделили. Что не нравится? Так, и это. И пойдем M, скажем. Проверим по дистанции. Дистанция. Он говорит, что сколько он там? 5 штук заменил. Давайте сделаем 0,6. Потому что вот причина. Нет, 0, говорит. А что тогда? Быкуем. Ну, опускаем. Получаем то же самое. Вот поэтому не люблю я такие штуки. Так, теперь там можно сделать ребра. В принципе, мы ребра можем сделать и так. Давайте мы сделаем следующим. Мы вот это вот разобьем сейчас. Ctrl-R. Подтянем сюда. Ну. Так, и скажем Ctrl-B. Так, есть. Теперь здесь. Ctrl-R, сюда подтащим и скажем Ctrl-B. Есть. А далее просто мы выбираем вот эти. И тянем их наверх. И вот так. Так, Ctrl Shift Alt S. Нет, тут не будет работать. Ну, просто R. Да. Просто это намного лучше сработало. Все. Все у нас готова такая штука. Почему она повалилась? Потому что мы не с того боку стояли. Немножко ее завалили. Так, хорошо. Теперь берем объект мод. Берем сбоку вид. Тащим G сюда. Так.
и поворачиваем. И ставим сверху. Посмотрим. Вот сюда. Так что ли? Да нет. Сейчас попробуем изменить тут кое-что. Выделим вот это. Этот. Этот и этот полигон. Так. И вот этот не будем выделять. И ставим вот здесь и Ctrl-R. Нет, просто R. Так, поставил Ctrl-Shift-Alt-S. Ну, тоже не сработало. И S. Так вот. Ну, совсем плохо сработало. Что лучше тогда? Так. И S по Z. Не нужно это делать, мне кажется. Ну-ка, а нет, смотрите, оно прямо вот сюда втыкается, видите? Это надо это сделать. Еще раз выделяем. И да, иногда очень полезно посмотреть на референс. Смотрим. Поворачиваем R. И S увеличим по Z. И еще по Z. Все прекрасно получилось. Подвигаем. Единственное, что вот эта часть не очень. Смотрим еще раз внимательнее. Вот так более ровно будет. Так вот, хорошо. А теперь как объект просто присоединим ее. Немножечко всю систему так сделаем. Вот. Ну, теперь у нас все как полагается. Да? Если нужно, очистим ей все трансформации, скажем, объект set origin 3D курсор. И, естественно, скажем, error. Сколько времени прошло? 14 минут. Так, все ли достаточно тут? Всего ли хватает? Следующее мы сделаем тушку еще вот здесь. И траки. Траки повесим здесь, повесим здесь.
Тут у них лежит лопата, а тут лежит топор. Ну, это уже чаще, ребята. Мне кажется, вот в этом стиле уже все хорошо. Единственное, что я смотрю, объект сидит. Вот. Вот как это так получилось, что у нее закривилась эта штука. Так, вот так. Вот так хорошо. Все. На этом мы с вами теперь еще раз попрощаемся. Наверное, больше я уже не захочу. Ни за какие ковришки. Так. Ну, единственное, что мы уже сделали. Нет, по-моему, нет. Давайте мы его чуть расширим. Вот этот я имею в виду. С по иксу сделаем. С это режим. Три. С по иксу. Поширше. Вот так. Вот. Теперь объект с это режим вернем его в 3D курсор. Включим. Берем трансформацию и включим. Вот он здесь стал. Все, ребята, отличненько, замечательно и хорошо. На этом точно прощаемся.